Сейчас покажу, как можно сделать филе из щуки без головы. Голову я отрезал уже на рыбалке, чтобы лишнее не тащить, так как ехать далеко, вещей много. Каждый килограмм имеет значение. Когда щук много, то лучше отрезать. Так, для начала избавляемся от плавников. Дальше нам нужно срезать вот это мясо. Ножик ставим вдоль хребта, надрезаем немножко. Была бы голова, было бы удобно держать за глаза. И начинаем вдоль позвоночника срезать мясо. Щука у меня уже чищенная, так что можно будет сразу этот кусок класть в мясорубку, чтобы делать котлеты. Ну вот, срезали прямо по хребту. Вот кусок филе. С другой стороны делаем то же самое. Для тех, кто снимает филе с нечищенной рыбы, то потом придется еще срезать его с кожи. То есть переворачивать и уже срезать на большой ровной доске эту часть. Но мне этого делать не нужно, я ее заранее почистил на воде. Все, это все остальное выкидываем. Сейчас покажу, как я делаю дальше котлеты. Дальше режем фарш на части, которые влезают в мясорубку. Вот получилось чистое нарезанное филе. Осталось прокрутить через мясорубку, добавить лук, и можно жарить котлеты.